reprezinți o nouă generație de oameni din această regiune. Tu ești de bulgar de origine, da? Dar vii din această regiune sudică și vreau să știu, pe tine te doare să vezi că oamenii așa, publicul reacționează atât de răutăcios și atât de vehement văzând cum gândesc găgăuzii? În primul rând vreau să spun că eu am văzut acest material, a fost 12 noapte și până 4 dimineața eu n-am dormit, eu am gândit, eu am avut emoții. Да, потому что, ну, для меня было вначале несколько вопросов к этому материалу, почему не отражается другая точка зрения, alta opinie. Pentru că eu cunosc mii oameni tineri din Găgăuzia care nu susțin acest război, nu susțin pe Putin. Ei nu cred în această operațiune militară. Totul, da, trebuie să spunem că ei sunt menșa часть, dar totuși ei sunt. Sunt în minoritate. De ce noi nu avem ocazia să-i auzim pe acești mii de oameni care cred altfel? De ce ei nu sunt auziți? Ну, в первую очередь, потому что, как я уже сказал, это меньшинство. Я могу это доказать по выборам, потому что у нас есть статистика. Ай, Андрей, есть статистика. В Гагаузии отдали на последних парламентских выборах всего практически 1500 голосов в запас, то есть за проевропейскую власть. И большую часть, да, то есть почти 39 тысяч голосов за коммунистов и социалистов. По статистике, 1000 человек в возрасте 18-25 посетили выборы. 1000 человек. То есть это практически ничего. И именно это 1000 человек голосовало за проевропейскую власть. А вот самый больший процент, кто ходил на выборы в Гагаузии, это люди в возрасте 51-70 плюс лет. И именно они отдавали голоса за пророссийскую, так скажем, власть. Deci populația în etate din Găgăuzia este activă civic, ea merge la vot, ea este participă, ea primește mesajul de la televizor, за кого надо голосовать, кто правильный, кто нас привезет к хорошему будущему. De ce tineretul e mai puțin? Ei, în general, nu sunt atât de mulți, și dacă ei sunt chiar și puțini, de ce ei nu sunt mai vocali? Молодежь, они все-таки самая маленькая группа, которая сейчас проживает в Гагаузии. Большая часть это пожилые люди, которые информируются как раз-таки из «России-1», «Звезда», НТВ, ОРТ, телеканалы ВЛАХ, которые показывают то, что ей выгодно. Молодежь все-таки сидит в интернете, да, но то есть по многим социологическим опросам молодежь не видит смысла идти на выборы, говорить свой голос, да, то есть привлекать внимание к молодежи, быть голосами на местном уровне, просто из-за того, что они разочарованы в своей стране. И вот тут вот я бы хотел обратиться, взять на себя роль, да, то есть голоса Гагаузии, обратиться к молодым людям из Гагаузии, которые не только из Гагаузии, обратиться к молодым людям, которые нас смотрят из того региона, это гагаузы, это болгары, это другие национальные меньшинства, которые, в принципе, не привыкли быть слышанными, да, то есть на национальном уровне, на местном уровне. Я хотел бы к ним обратиться, то, что все-таки, мне кажется, сейчас мы живем во время, когда молодежь должна выходить, должна участвовать, потому что мы определяем свое будущее, мы определяем, кто стоит у власти. Если у власти стоит человек, башкан, который не знает, что национальные законы выше местных законов, то как она там и как она занимает это место? Лично я не хочу, чтобы человек, который лоббирует интересы своего брата, делает миллионы лей на это, стоял у власти. И многие молодые люди не хотят видеть того или иного человека на месте башкана. Но они ничего не делают, они не выходят на выборы, позволяя выходить на выборы людям, которые пропитаны этой пропагандой, которые росли в Советском Союзе и любят Советский Союз просто из-за того, что это их молодость и это ностальгия, не из-за того, что тогда было лучше просто. Да? То есть, во вторую очередь, молодые люди должны понимать, что многие хотят поменять полностью страну, жить в нормальной стране,
да, то есть где нормальная зарплата, где стабильная экономика, где ты видишь и ты уверен в завтрашнем дне. Но никто ничего не хочет делать для этого. Все вот сели и ждут, когда это случится. Ну, по моему мнению, если ты затеваешь ремонт в своем доме, ты хочешь хороший ремонт, ты хочешь, чтобы у тебя дома было красиво, ты встаешь и начинаешь это делать, привлекать других людей для этого. И не сидишь и не ждешь, что кто-то придет и вместо тебя сделает тот или иной шаг. На протяжении последних 30 лет независимости Республики Молдова эти взрослые люди, да, то есть мои бабушки и дедушки, мои родители, возможно, голосовали за одних и тех же людей, которые до сих пор находятся в политике. Что изменилось за это время? Мы, да, то есть молодые люди из Гагаузии, как и я, как и тысячи других молодых людей, в какой-то мере эти политики и эти взрослые люди, которые голосовали за этих политиков, которым осталось жить, я не знаю сколько, но они до сих пор сидят в парламенте, да, то есть они отняли у нас какую-то часть нашего детства, потому что наши родители, вместо того, чтобы проводить с нами время, когда мы были детьми, они ездили на заработки, да, то есть и ничего не меняется до сих пор. И когда сейчас в стране изменилось все к тому, что происходят какие-то движения, нам наоборот нужно это поддерживать. Никто не сказал, что к власти придет та или иная власть, и все изменится на следующий день. Именно мы можем помочь, да, то есть им изменить что-то, начиная с регионов, да, то есть с Гагаузии. Поэтому сейчас, мне кажется, самое как раз то время встать, да, делать митинги какие-то, делать локальные заявления, изменять все к лучшему, как минимум быть слышными, потому что если наши бабушки и дедушки не понимают, что такое пропаганда, и у них не хватает образования в этой области, то для нас сейчас доступна куча ресурсов. И если вы информируетесь с российских телеканалов, скажем так, то информируйтесь из других ресурсов. Как Читайте, минимум, как минимум. как минимум, читайте больше и пишите об этом, говорите у себя в историях, потому что только мы с вами можем изменить ситуацию сейчас, начиная с местного уровня, а дальше как уже карта ляжет. Мішець, мулцумієм. Тут має прапіш має пропі Міша ся пропі де свату ностру де інтран політика локала. Міша, так мулцумієм, я до ж так речі, то дискурс, фарті найс бон. интрим политика локала. Поти ту при начес дискурс, в моменту я стаю рушит с конвинч дой уамень, кари са уйти ла ной, кари вин дин Гагаузия, ш кари са сум цит аша un pic, парк я апка ди инима. Я ну сан дин Гагаузия, дат мини май апка ди инима. Ш ау зис, да я де са искриву лу Миша, ш са интреб, да че требуе, пот я са ма имплик в чева? Ш аша încet-șor, са мутати карул acesta din loc, pentru că da, eu îți dau dreptate. Percepția Găgăuziei se face tot prin aceste reportaje pe care le face mass media din Moldova. Da, prin ele noi avem sentimentul că Găgăuzia e plină de oameni netate, dezinformați, afectați de propagandă, care nu vor să facă parte dintr-o țară pro-europeană, dar care se dezvoltă acum datorită granturilor europene, oameni care nu fac legătura absolut deloc dintre promisiunile goale ale celor care fură și obțin voturi și rezultatele care le livrează acești politicieni. Și e un lucru, e clar că încă se reușește prin sursele de propagandă să fie afectată atitudinea găgăuzilor față de viitorul lor. Hai, Mișa, Есть noi te еще încurajăm. такой момент, который я не понимаю. Я задаю этот вопрос молодым людям, и никогда я не слышу четкого ответа. То есть мы все хотим жить по европейским стандартам, а в Гагаузии очередь выстраивается за получением болгарского, то есть европейского гражданства. Молодежь стремится туда ехать, но почему они позволяют, да, то есть хотя в Европейский Союз позволяют, чтобы кто-то за них решал, куда Молдова направляется? Никто не отвечал на этот вопрос. Мне кажется, нам стоит задуматься об этом.